Горе в семье Малинина, слез не унять. На днях стало известно о смерти первой жены певца Александра Малинина. Трагедию в семье артиста прокомментировала его вторая супруга, певица Ольга Зарубина. Александр Малинин был женат 3 раза. От каждого из браков у него остались дети. В первом у него родился сын Никита, во втором – дочь Кира, в третьем – двойняшки Фрол и Устинья. Именно старший Никита сообщил о смерти своей матери Инны Курочкиной. На днях Никита объявил, что его мать умерла. Женщина скончалась за 3 месяца до своего 60-летия. Отметим, что пока Александр Малинин не прокомментировал печальные события. Зато не осталась в стороне Ольга Зарубина, которую называют разлучницей. Якобы именно из-за нее Александр расстался с Инной. Зарубина призналась, что приняла новость очень болезненно. «До сих пор не могу оправиться от шока, не ожидала, что такое может произойти», призналась певица, которая, к слову, чуть старше Курочкиной.